Реформирование скорой помощи. Руководители городского и областного управления здравоохранения встретились с медиками скорой помощи и профсоюзом, чтобы объяснить все нюансы реформирования. Уверяют, сокращать никого из медработников не планируют. Недавние опасения врачей скорой помощи о возможном сокращении не подтвердились. Дефицит врачей в области составляет 35% и 16 бригад скорых. Все-таки кто-то будет сокращен. Давайте будем откровенны. Да, будет сокращен, но это не ваша категория. Если больница была одной категории скорой помощи, где было 2300 работающих, то теперь будет там 1000, наверное, аппарат управления будет оптимизирован. Той больницы, какая-то структура будет создана в центре экстренной медицины, куда перейдут, возможно, специалисты. Это экономисты, бухгалтеры. Ну вот только эта категория. Другой категории это никак не коснется. Реорганизация в системе оказания скорой помощи проходит в рамках закона Украины об экстренной медпомощи. До 1 января следующего года эта служба будет выделена отдельным структурным подразделением на балансе области. Медиков будут переводить путем увольнения с одной работы и принятием на другую службу экстренной помощи. При этом никто не потеряет рабочее место. Улучшить качество, доступность, эффективность экстренной медицинской помощи. Собственно говоря, и все наши действия будут направлены, безусловно, на это. Нам очень важно сохранить кадровый потенциал, и у нас есть такая возможность сохранить кадровый потенциал, чтобы не было никаких каких-то там вот коллизий. Из состава 5-й городской больницы, ну, больницы экстренной медицинской помощи, звено по оказанию экстренной помощи, именно скорая медицинская помощь, будет вычленено, и в рамках подстанции скорой медицинской помощи будет являться видокремленными структурными подразделениями центра экстренной медицины, областного центра экстренной медицины. А пока штатное расписание будущей структуры не утверждено, работать будут по-нынешнему. Все волнения возникли из-за вакуума информационного, который имел место здесь. Имело место предупреждение работнику о предстоящем освобождении. В общем-то, эта бумага не совсем корректно была составлена. Нужно было просто предупредить о реорганизации службы скорой помощи. Только лишь. То есть она никаких угроз для вас не представляла, но в силу правового нигилизма многие среагировали так, что от вас какое-то заявление требуют или увольнять куда-то собираться. На самом деле этого не было. Уже в декабре на сессии облсовета будет подготовлено решение о принятии в собственность областной громады в единую систему всех служб экстренной помощи.